Здравствуйте, ребят, с вами Сергей. И вот я вам хочу показать, что произошло с аквариумом за 2 с лишним месяца после запуска в него дискусов. Вот он, аквариум. Вот они, дискусы мои. Дискусы подросли. Так немножко отсвечивает. Поставил им конус. Некоторые уже там им заинтересовались. Скорее всего, пара отобьется вот этого пиджина и редмиона вот этого. Вот они, пиджины. Вот он, пиджин. Мионы. Вот этот пиджин тигр. Вот они окрашиваются. Это вот змеи. Их тут 2. Вот они. И вот он, туркис один. Второй там где-то спрятанный. Рыбка вся активная. Интересуется. Так вот сейчас делаем. И рыбка сейчас будет собираться. Все говорят, что когда вот, допустим, рыбка шуганая, боится. Вот смотрите. Видите? Все диски собираются, и вся рыба. Вот она. Вот они все собрались у стенки. Я скажу так, что рыбка не шуганная. К стеклу вся подходит. К движению резких не боится. Все отлично. Вот, я говорю, 2,5 месяца где тут прожили. Заметно рыбка наросла в росте с тех пор, как я ее привез. Рыбка вся здоровая. Значит, что здесь было добавлено к этому аквариуму после приобретения дискусов, это внешний фильтр EX800. Сейчас это вам покажу. Вот он стоит. Вот. Работает все отлично. Я их вывел. Вот заборник у него воды в углу стоит. И флейта вон там в глубине. Сейчас жду еще дискусов, 2 вида, 4 штуки должно прийти. Это белые бабочки и белый леопард. Вот сейчас придет, как покажу, как я буду переводить их и подсаживать в этот аквариум. Вот они, дискусы. В принципе, значит, стоит здесь внешник, стоит внутренний фильтр. Внутренний фильтр акваэлевский. Вот он. Если его сейчас будет видно. Отсвечивает все акваэлевский. Тройка. Фан 3 плюс. Вот он стоит. Сейчас дискус перекрыл его. Вот. Получается, значит, делаю подмены раз в неделю. 50% воды из-под крана. И, естественно, моется внутренний фильтр. Но внутренний фильтр стоит для того, в принципе, для того, чтобы всю еду, вот это вот экскременты ихние за неделю засасывало и все. А вся биология через внешний фильтр идет. Кормлю, значит, я их тетрадискусом. Сухим кормом. Вот он. Фарш даю. И артемию заморозку. В принципе, едят они и то, отлично все. Температура у меня 29 градусов в аквариуме. Рыбка чувствует себя хорошо. Вся активная, кушает хорошо, поэтому смотрим продолжение, что будет дальше с аквариумом, какую рыбу я еще туда посажу. Так что подписывайтесь, не переключайтесь. Всем бай, до скорых встреч.